Сыну 31 год, не женат, живет с девушкой 1-2 года, потом приходит домой с долгами. Деньги не умеет зарабатывать, в этом году в семье полное безденежье. Не знаю, как будет, все повторяется. Муж говорит, он наш сын и всегда надо помогать. Правильно говорит. Живем в одной комнате, хотя есть недостроенный дом, стоит уже 20 лет и ругаемся, что денег нет. Муж всегда говорит, что он в доме хозяин и будет так, как он хочет. Ну пусть говорит, чем бы дитя не тешилось. Так и было, и сейчас я в полном отчаянии, не могу так дальше. Купила СНГ-3, делаю практики, учусь у вас. Хотелось бы перемен в лучшую сторону, но как, с уважением, Моника. Только один метод может создать у человека возможность, методов хватает, но те методы, которые дает нам мир, это борись, будь центром вселенной, добивайся всего, они обычно не работают. Я хочу вас познакомить с духовным методом. Оказывается, существует другой метод, духовный. Это метод, о котором я все время говорю. Если человек ищет возможности развить у себя в своем центре груди состояние радости и постоянно находит возможности, чтобы это усиливать, то он 100% в дальнейшем будет богатым человеком. А вы, как мать, можете еще и продуцировать это на своего ребенка, то есть мысленно создавать и в его груди, над ее поверхностью состояние радости, состояние наслаждения и удовольствия. Тогда и материальное улучшится. Я просто обещаю, что это произойдет.